don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Всем здорово, братва, вы на канале Лумумба Румумба, с вами, как всегда, Владос. Недавно у нас стартануло новое событие с обалденными скидками, с обалденными наградами, которые можно получить из этих всех дел. И сейчас мы разберемся более подробно, что и как здесь можно будет получить. А также, естественно, пооткрываем с вами эти награды. Постараемся, по крайней мере, открыть, повыкручивать. Я надеюсь, мне получится забрать вот такой вот легендарный скин на Фарика, на FR-556. Это моя одна из самых любимых нестандартных неимбовых пушек, но я ее очень люблю и уважаю. Не знаю почему, но вот она мне в душу почему-то запала. И очень бы хотелось бы заполучить данный скин на свою любимую пушечку. Я надеюсь, у нас это получится не как в прошлой рулетке, которую я недавно крутил. Кто еще не видел этот видеоролик, посмотрите, пожалуйста, на моем канале. Он был перед этим видеороликом. Посмотрите, и там прям меня все расстроило. Мне все очень расстроило. Я надеюсь, что в этот раз мне очень-очень сильно повезет, господа. Ну а перед началом просмотра хотел бы порекомендовать свой телеграм-магазин, который называется Lumumba Shop. В этом магазине вы можете купить цепишки по очень хорошим ценам с гарантией лично от меня. Это мой магазин, я это контролирую в плане начисления и всего остального. Поэтому за качество, за некидалово, за честность я ручаюсь лично сам. Поэтому, господа, ссылка будет в описании к этому видеоролику. Если хотите достойную валюту по низкой цене, залетайте, пишите мне лично, и мы вам все сделаем в лучшем виде. Lumumba Shop, ссылка на магазин в описании к этому видеоролику. Также забыл сказать, в этом магазине можно еще приобрести индийский аккаунт, где вы можете покупать и крутить рулетки, и покупать ящики, открывать ящики по очень низким ценам. В два раза дешевле, чем обычный стандартный аккаунт. Это именно индийский. Если вы не хотите заморачиваться с созданием, и просто хотите взять готовый уже индийский аккаунт, пишите мне, цена минимальная, сделаем также все в лучшем виде, и будете крутить и тратить в два раза меньше цепишек на своих аккаунтах. Но мы переходим к самому событию и разберемся здесь что да как. На экране видите вот такого плана типа рулеточки, где у нас сверху и снизу показаны какие-то кубки, где стоит умножение x2, x10, x6, x8, x4, x12. И посередине можно выбить еще легендарный скинчик на FR-556, который я обязан просто выбить в этом открытии. И как же это все дело открывать? Нам нужно покупать прокруты. Один прокрут здесь стоит 10 цепишек, но это индийский аккаунт. Скорее всего, здесь это все стоит в два раза дешевле, чем на обычном аккаунте. На обычном аккаунте это, скорее всего, стоит 20 цепишек. И 10 прокрутов стоит 180. Если мы берем обычный аккаунт, соответственно, в два раза дороже там будет стоимость. Поэтому я рекомендую либо приобрести индийский аккаунт, либо создать самостоятельно и крутить в два раза дешевле, чтобы получать кайфовые награды. Итак, когда мы покупаем 10 прокрутов, нам выпадают вот эти кубочки, вот эти скидки, скидки на 50% на следующую покупку прокрутов и так далее и тому подобное. Что мы можем сделать с этими кубками? Эти кубки мы в магазине очков можем обменять на кайфовые награды, которые здесь показаны. Вот скинчик на бандита стоит 90 цепишек. Также за эти очки мы можем приобрести персонажа Эфир. Сеть 260 стоит кубков. Это все дело выглядит на очень кайфово, очень красочно, очень насыщенно. В стиле киберпанка. Я надеюсь, мы ее тоже заберем. И также вот вы смотрите все награды, которые можно поменять на эти кубки. Соответственно, мы крутим, собираем кубки. Потом, если хотим, обменим на те награды, которые нужно. Либо же мы можем выбить FR-очку здесь непосредственно с прокрутов. В общем, как-то так это все работает. Сейчас будем пробовать, как это работает на практике. Планирую я потратить около 1000 цепи. Соответственно, я буду покупать где-то 50 прокрутов. Где-то 50 прокрутов, если будут скидки, ну, потратим меньше. Но я планирую купить именно 50 прокрутов, может даже немножечко получится сэкономить. В общем, начинаем с первых 10 прокрутов. Я надеюсь, мне в этот раз точно повезет, и я сниму порчу нефартового аккаунта с своего непосредственно индийского аккаунта, чтобы у меня все выпадало как надо, потому что две рулетки у нее пошли, мягко говоря, комом, это очень мягко говоря. Итак, берем 10 прокрутов первых, приобретаем и смотрим, что же нам будет выпадать. Итак, я обалдею, если FR с первого прокрута выпадет. Так,
Поздравляем, мы приобрели и получили вот такое количество интересных кубков. Сейчас посмотрим, как оно эквивалентно. То есть 68 кубков мы выбили с первого прокрута, а что же мы выбили еще? Еще забыл сказать, что же можно выбить. Вот здесь вот рядом с кнопочкой магазин очков есть такая вот кнопочка в виде подарочка. Когда мы ее нажимаем, то здесь могут выпадать нам еще интересные ящички, которые мы также потом открываем. И еще из ящика могут выпасть крутые награды. Но это мы будем делать чуть-чуть позже. Сейчас мы сделаем 50 открытий, 50 прокрутов. Мы уже сделали 10, осталось 40, а потом мы это все будем открывать в плане ящиков и всего остального. Это все приходит на почту, поэтому мы там будем это все открывать. Так, идем дальше. 10 прокрутов мы сделали, делаем следующие 10. Можно выпадет еще скидочкой, мы подсэкономим. Итак, крутим, смотрим, что у нас выпадает. Выпадает ли у нас что-то интересное, выпадают у нас опять кубки, карточки. А вот внизу показано, что мы еще открыли, выпали ящички. 4 ящика выпало интересных. Один еще городская революция. Ящики мы будем также смотреть чуть позже. Может, там получится интересные награды еще вырвать. Так, мы с вами купили уже 20 прокрутов. У нас еще осталось 30. Но я надеюсь, что это называется прокруты. Ну, я, по крайней мере, так буду называть. Итак, еще 3 разочка нам это все сделать остается. Так, открываем еще 10 и смотрим, что нам здесь выпадет. Я надеюсь, что я прям много наград заберу из этого открытия, из этого интересного, а самое главное, полезного события. Итак, у нас выпадает еще большое количество ящиков. Это хорошо, это классно. У нас остается 2. 2 прокрута по 10. И смотрим, что нам будет выпадать. Я надеюсь, хотя бы из какого-то прокрута выпадет сразу FR-556. Так, но тем самым временем у нас выпадает пока только кубки, карты улучшения оружейного опыта и какие-то сундучки. Пока FR-556 нам не падает. И у нас остается последний прокрут. 10 вот этих прокрутов за 180 цепишечек. Крутим и смотрим, что нам выпадет здесь. Может, с этого выпадет нам интересная штука. Я очень надеюсь, что она выпадет. Хотя бы FR-очка, пожалуйста, ну выпади. А нам, к сожалению, не выпадает ни черта в плане FR-ки. К сожалению. Мы крутанули 50 прокрутов. Получение, я так буду называть. Короче, 50 прокрутов мы крутанули. Сейчас посмотрим, что нам пришло на почту. И попробуем пооткрывать там эти непосредственно сундучки. Посмотрим, что нам здесь выпадает. И смотрим. Вот видите, награды все пришли на почту. У нас выпало большое количество сундуков. Очень много карт улучшения оружейного опыта, которые мне сейчас на новом аккаунте, конечно же, нужны, но не за цепишечки. Не за цепишечки, друзья мои. Итак, забираем это все. Потом пойдем посмотрим сундучки, которые у нас выпали. И попробуем покрутить их там. Раз нам FR-ка не выпала. Но я сейчас могу немножечко отойти от правил. И, скорее всего, я, может быть, куплю еще 20 прокрутов. Потому что мне это не нравится, то, что нет у меня легендарного скина до сих пор. Что за порча на моем аккаунте? Я не могу понять, почему мне не падает что-то хорошее. Пока только одна какая-то мишура падает. Давайте открывать по одному. Первый ящик — это у нас страх и угли. У нас тут 4 ящика. Из этого ящика может нам выпасть Зейн. Вот такой вот очень кайфовый персонаж. Потом нас может выпасть вот такой вот тип 25, дым и копоть. Реально очень бодрый скинчик. Я не хочу заикаться за то, что я надеюсь, что я сейчас его выбью. Я не хочу за это заикаться, потому что далеко не факт, что это выпадет. Анимированный скин на Райтек, довольно-таки тоже интересный. Анимированный скин на Рунете, ну, кстати, тоже неплохо смотрится. Рюкзачки, и вот такой вот мачете еще анимированное есть. Ладно, будем открывать потихоньку, посмотрим, что нам здесь выпадет. Первый ящик. Что она выпадает? Уху-ху. SM10. Не, ну в принципе. Скин синего качества. Я люблю, конечно же, красно-черный цвет. Вы, конечно, по моему каналу заметили, что я обожаю эти цветовые гаммы. Я не то, что прям сильно расстроился, но... Но это неплохо. Это неплохо. Не более того. Может, я себя утешаю отчасти, но... Хочется, конечно, что-то интересного. Что это у нас? Это у нас Стингер и беспонтовый скин на него. Я понял. У нас остается 2 ящика, по-моему. Давайте еще один крутанем. Пока ничего прям достойного, сверхъестественного не падает. Рюкзак зеленого качества. Бомба. Просто бомба. Открываем дальше. И у нас следующая падает. Это граната опять беспонтовая.
Все, у нас ящики данного типа закончились. Из достойного только выпал, ну как, это минимально утешительная тема, это вот скинчик красно-черный на SM10. Не более того, теперь у нас дальше ящик «Настоящий солдат». Здесь немножечко больше того, что я хочу. Например, вот такой вот скин на феник с встроенным коллиматором уже. То есть, да, pay to win, все вот эти дела, когда они были... Точнее, когда этот был скинчик отдельно в рулеточке, я очень его хотел. Я не питаю надежды, что он меня сейчас выпадет, но будем пробовать. По одному ящику открывать, у нас 3 попытки есть на этом дело. Беспонтовая рамка синего качества. Отлично. Следующий ящик. В следующем ящике нас выпадает что? Синего качества скинчик на QQ9. Ну как сказать, не буду ничего говорить, потому что это какая-то дичь. И пока еще ничего достойного не выпало. Что у нас? Вау, анимированный ICR-1, анимированный скинчик. И что я хочу сказать? Это более-менее то, что мы могли выбить из этого прокрута. Более-менее, это пока единственная достойная награда, которая меня немножечко хотя бы, но радует. Эй-эй-эй-эй-эй, ну надо хотя бы персонажа купить, сейчас посмотрим, сколько у нас там насобиралась кубка, и попробуем ее забрать. Вот такого плана, у нас 4 ящика позывной Роуз. Из достойного мне только нравится вот этот перс и вот этот, ну как нравится, это из достойного в этом ящике, что можно забрать, и посмотрим, что нам выпадет. Я уверен, что выпадет какая-то мишура, понятное дело, это тачка. Будем вот так вот через один открывать-закрывать, может это как-то будет влиять. Но пока ничего, 2 ящика открыли, пока беспонтовые, абсолютно беспонтовые скины. Рюкзак еще один, пожалуйста, спасибо, в коллекцию, спасибо. Рюкзаков будет целый вагон. Принципиально не буду их одевать, ну и в баню, потому что они реально выпадают. Очень часто, и не хочу их одевать, не хочу. Все, эти ящики закончились, ничего достойного нам не выпало. Теперь ящик «Дождливый день». И здесь у нас показывают, что из достойного это амулет фиолетового качества, оцифруй меня. Я, конечно, люблю амулеты, но не настолько. Персонаж Zero, чисто для коллекции. И можно еще Battery выбить вот такую. Но, блин, ничего достойного нет на самом деле. Ладно, открываем по-быстренькому. Понятно, давайте даже выходить не будем, попробуем так, внутри этого всего ящика открывать. Еще один скин на лекаря, это конечно мрак на самом деле. Ну хотя бы еще повторный, дубляжи, давай, спасибо, тащи просто, тащи. На защитника просто, на всю дичь, давай все, что есть в плане мусора, давай мне сюда. Давай туда тащи, Владос будет забирать. Крылатые костюмы. На, у нас остался один ящик, и выйдем, пробуем открыть. Может, хотя бы Battery. Это просто какой-то кошмар. Это кошмарное открытие, которое в страшных снах очень трудно представить. У меня оно здесь наяву реализовалось. Уже третье открытие у меня на канале. Это будет третье открытие, и какая-то дичь. Теперь, ящик «Городская революция». У меня этих ящиков 6. Что здесь можно получить? Реально достойный скин на ICR. Скин на РУ-79У. Не очень достойный, но очень олдовый. Потом, скинчик на BY-15, золото дураков, которое выглядит следующим образом. В принципе, неплохо смотрится. Но не самый лучший, не самый топовый, это 100%. Потом у нас идет баллистическая бодрость. Еще и в этом ящики позиционируют как хорошую награду. Это граффити, которую практически никто не юзает. Ну ладно, эти моменты мы опустим. Открываем ящички. Смотрим, что у нас здесь. Отлично просто. На слепучую гранатную выпало что-то. Ой-ой-ой. Золотой век. Ну, хоть что-то. Синего качества, но смотрится хоть прикольно. Немножечко на душе стало полегче. Открываем дальше. Что это? Дымчатый скинчик на М21 ЕБР. Понял. Так, 3 ящика у нас осталось. Крутим. Что это? Ну ладно, это еще такое. Золотой век, в принципе, неплохой. Скинчик, ладно, это опустим моменты эти. Я у себя пытаюсь утишить по максимуму. Осколочная граната, золотой век, ладно, пусть будет. Пока у меня немного этих скинчиков на гранаты и так далее на этом аккаунте, поэтому пусть будет, ничего страшного. И чудная граффити, которую я только что захейтил, она мне выпала.
классная, эпическая, вау, просто невероятная. Это лучшее, что могло мне выпасть здесь и сейчас. И смотрим, что у нас здесь находится. Я, наверное, куплю еще 20 прокрутов, и все, и на этом будем подвязывать, чтобы мне осталось 1000 цепишек на следующую рулетку, на крайнюю, и все. У меня в данный момент 290 кубков, что я могу купить, по крайней мере, я могу забрать перса. По крайней мере, я могу забрать перса, и это меня немножечко успокаивает. Немножко, ну совсем чуть-чуть, самую малость. И попробуем сейчас еще крутануть. Пока не будем, может все-таки выпадет как-то все самостоятельно, ну ладно. Давай, крутим еще два раза, и все. И на этом будет эти прокруты завершаться. Друзья мои, если вы крутили данную тему, я очень хочу вас попросить написать мне в комментариях, что же выпало именно вам. Забрали вы FR-556 легендарный, либо нет. Но мне не выпало опять ничего. Это у нас уже получается 60 прокрутов я влупил. 60 прокрутов. И сейчас будет 70. Еще десяточку добавляем. И все, больше я крутить не буду. Если персонаж и пушка не падает, персонажа забираем. И хоть как-то утешительно. Вау, 50%. 50%. Что у нас тут выпадает? Так, ну ящики повыпадали, скидочка выпала. Это, конечно, радует. Теперь мы можем крутануть его за 100. И что я думаю? Раз выпала скидка. А ну посмотрим, сколько у нас очков. Так, 378. Потом позабираем на эти кубки еще остальные скинчики. Ладно, была не была. Оставляем 1000 цепишек на какую-то крайнюю рулеточку. И ладно, добьем это дело. Может хотя бы одну я выбью, наградку, и все будет хорошечно. И не выпадает мне снова FR-556, выпадает куча кубков, но не он. Осталось мне на аккаунте 1000 цепишечек, и погнали, откроем ящички, которые у нас выпали. Я надеюсь, что в этот раз хотя бы что-то достойное да выпадет. Ящиков, в принципе, насыпало немало. Так, забираем наши все вот эти вот карты улучшения, заходим в комплекты, выбираем предметы и опять открываем. Страх пути. Ну, не питаем надежды ни на что, просто открываем на морозе и смотрим. Но, блин, ну все равно, вот этого синего качества скинчики прикольно смотрятся, ладно. Ладно, пусть будет. Арбалет красный, хай будет хоть что-то. Рамочка, не анимированная, но красно-черная. Эх, нет, ну не утешает, пока не утешает, к сожалению, ё-моё, нет оправданий в этом всем. Что это? Ножи красный, класс. Все в красном цвете, как я люблю, как я заказывал, мне выпало. Но не выпало ничего достойного, то, чтобы я сказал вау, и прям мне немножечко попустило, пока нет. Персика нужно будет забрать, персика заберем, и все. Рюкзак еще один, спасибо. Кучу рюкзаков мне без понтовых, которые никогда в жизни никто не будет одевать, мне насыпало, и все. И это просто лютейший нефарт. Кто же снимет порчу мне с моего аккаунта, чтобы мне выпало что-то достойное? Здесь у нас 6 ящиков выпало. Ну, пожалуйста, дай мне феник вот этот. Дай мне, пожалуйста, феник, двигатель смерти. И я буду хоть немножечко спокоен, и я не похороню надежду, что у меня нормальный, адекватный аккаунт. Скин на револьвер. Опустим эти моменты. Осталось 5 ящиков, 5 прокрутов. Дай, пожалуйста, или персонажа, или скинчик на феник. Пока нет, пока не идет. Реально какое-то как будто разводилово, ё-моё. Столько влупить цепишек, и ничего достойнейшего не выбить. Ничего. Кто же снимет порчу с моего канала? Друзья мои, если есть... Точнее, не канала, а с моего аккаунта, друзья мои. Если есть какие-то ребята, которые шарят, снимите, пожалуйста, порчу с моего нефартового аккаунта. Пока вы вообще видите, что падает? Это ж вообще какой-то мрак. Это мрак и ужас. Это мракобесие какая-то. Ё-моё. S36. Вообще. Что только здесь не падает. Просто ужас. Так. Фурию хотя бы дай. Пожалуйста. Фурию дай мне в студию. Не дрон. У меня есть нормальный скинчик на механика. Не надо мне этот. Ё-моё. Шо ж ты падаешь? Просто весь мотлох, который есть. Повторы еще. Ё-моё. Это пипец просто. Ну дай хотя бы здесь эмочку. Я не знаю. Дай хоть как-то что-то. А, еще раз ты мне дал оглушающую гранату. Эх, друзья мои, я немножечко, честно говоря, расстроен. То, что реально умазать столько цепишек и по общему счету не выбить ничего достойного. Забираем обязательно персонажа. Куда же без нее? У нас осталось 168 трофеев. Посмотрим, что у нас здесь есть за скинчики. Я, наверное, вот этот заберу на бандита.
пусть будет. Потом у нас есть на 117, он, по-моему, анимированный, на GKS такой синенький. И где-то мне очень понравился на... Вот, я вот этот заберу. Я Дигла заберу. На Дигл заберу скинчик и все, наверное. И все. Больше ничего достойного как бы нет. У меня осталось 18 этих кубков. 18 кубков. Так, купон счастливого ящика. Может купить себе купон счастливого ящика? И попробовать что-то крутануть? Или золотой купон? Так, ну давайте всем мажем. Пусть это будет купон счастливого ящика. И сейчас вот этот купон задействуем. Так, забираем. Ну, персонаж, благо персонаж более-менее. Благо персонаж более-менее. Хоть что-то в коллекцию эпическое, да, пойдет. Слава богу. Вау. Смотри, какая анимация. Прям не пожалел, что я забрал скин на бандита. Очень-очень неплохо смотрится. Бандюган крутой. И на Дигл. Ну, Дигл, гляньте, какой красавчик. Ёшкин матрёшкин. Не зря его купил. Дигл классный. Так, и сейчас этот купончик мы с вами задействуем. И с открытиями на сегодня все. Перейти в магазин. И что у нас здесь можно? Давайте за один цепи и один счастливый ящик купим это все. И круто. Ой, блин, один цепи потратил на вот эту вот дичь. Просто, смотрите, из изобилия всех прекрасных наград мне выпало вот это вот. Ой, господи, боже мой. Ладно, друзья мои, опустим эти все моменты. На сегодня все. Это событие, я вам рассказал, как это работает. Решайте сами, крутить здесь это или нет. Ну, по крайней мере, персонажа я забрал. FR-556, до сих пор легендарного скина у меня ни одного нет. За сколько уже прокрутов, к сожалению. Но все же, может, вам повезет. Вы теперь знаете, как это работает. Ну, а на сегодня все. С вами был Владос, канал Лумумба Румумба. Всех обнял, приподнял. До встречи в следующих видосах. Погнал для вас пилить еще больше крутого контента. Пока, братва. Пока.